микрофона у Мибов. Это прямое радиовключение. Я тут типа сейчас вам расскажу самую обычную историю, случившуюся в самой обыкновенной Японии. Так что не спим, бодрячком, пацанчики, бодрячком. Это Риса Кейцуми. 172 сантиметра комплексов по поводу своих 172 сантиметров. Она влюблена в мальчика. Она влюблена в мальчика, который на 14 сантиметров ниже ее. А это Ацуши Атани. Делает курочку малочного производства во всей Осаке. Привет, Отани. Ты как, со вчерашнего дня так и не подрос? Не надо расти, это тебе надо уменьшить увлекаться. Просто такая странная любовь. А это Чихару и Сусуки, кореша Рисы и Отани. Они, короче, очень скромные, потому я про них ничего не скажу и не просите. Все равно не знаю. За ними, кстати, идут ребята поинтереснее. Это поклонник Рисы. А вторая Сейко. Она миниатюрная, миленькая, мальчик. Все эти чуваки очень любят Рису и Отани. И искренне желают им типа добра и счастья. Кто не верит? Ай-яй-яй! Большинство – это штука покройка Фауста Гёте. И поэтому сейчас я начну причинять добро и счастье направо и налево. Кто у вас в первой очереди за желание? Ты! Все родные дома. Нет, они уехали на всю ночь. Но тебе завтра надо с утра в школу на занятия, да? Нет, только к третьему уроку. У тебя дома есть ничего? Я много чего вкусного приготовила. В чем же подвох? Да нет никакого подвоха. Все хорошо. Не будет. Я, ну, очень добрая фея. Теперь твое желание. Потрясающе добрая фея. Иди сюда, сладенький. Будем исполнять желание. Риса, ты такая красивая. Спасибо. У нас так много общего. А тебе какое аниме нравится? Ну, мне все нравится. Кроме Наруто. Правда? И мне тоже. Не, ребят, я, конечно, запредельно добрая фея, но желания по регламенту всего три. Пока!
тебя табуретки не найдется? И все. Конец. Кто слушал, молодец. А кто не слушал?